Яна пришла в ресурсный центр для женщин, чтобы провести время с пользой. Пока дети занимаются развивающими играми, мамы могут заняться делами. Для удаленной работы есть отдельный кабинет, можно также сходить к психологу или позаниматься йогой. В этот центр мы приходим для того, чтобы больше взять ресурсов от других преподавателей, от других учителей, узнать что-то новое, показать своим детям. В женском центре Яна получает поддержку от других многодетных матерей, которые совмещают работу и воспитание детей. Поздравить женщин с Днем Матери в ресурсный центр пришли депутаты и активисты Молодой Гвардии. В честь праздника совместно с депутатами Совета депутатов городского округа Химки мы решили подарить цветы многодетным матерям за их труд и за их любовь. Кроме цветов и поздравлений, многодетным матерям вручили сладкие подарки. Я как педагог прекрасно знаю, что только личность может воспитать личность. И когда женщина не останавливается и не замыкается только на своем домашнем очаге и на своих ежедневных рутинных заботах, когда она находит время для того, чтобы саморазвиваться, реализовывать свои идеи, я уверена, что ее дети смотрят на нее и тоже последуют ее примеру. Женские ресурсные центры помогают мамам совмещать работу и воспитание детей, а также развивать свои таланты. 30, 30.